ростовчане, всем привет! Сегодня интересный день, совсем не подходящий под нынешнюю погоду. День рисования солнца на снегу. В Ростове сейчас можно рисовать разве что на грязи, в которой все улицы и машины, или на окнах, по которым стекают капли дождя. Будет ли у нас в этом году вообще возможность порисовать на снегу, пока неизвестно. А я загляну в прогноз синоптиков и узнаю, выйдет ли то самое солнце завтра, или нам так и придется его рисовать. Сегодняшняя ночь морозной по-прежнему не будет. Плюс 2 на термометрах с пасмурным небом. А днем солнце увидим только если нарисуем его на окне. И воздух без него прогреется всего на пару градусов. И с двумя ночными получится 4. Дождя синоптики не обещают, хотя для осадков есть все основания. Тучи, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и влажность 83%. Ветер в среду будет совсем незначительным, 1,5 метра в секунду. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго! Thank you.